Стамбул, 1997 год. Что мы с тобой потеряли здесь в такой час? Говори. Что сказать? Как говорят, меньше разговоров, больше дел. Больше дел. Говори! А? Говори. Я возьму его вещь. Это легко, потому что я иногда надеваю его вещи. Чьи? Произнеси имя. Омера. Что дальше? Потом я дам ему в руки оружие. Молодец, продолжай. Потом ты отведешь его к себе, я пойду в казино, заберу деньги, подставим его, и все на этом, иди ко мне. Кого? Кого мы подставим? Ты получаешь удовольствие от этого, да? Омера. 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 Кто там? Ах ты, негодяй! Животное! Пошел ты к черту! Брат Али, постой, мы пошутили, это неправда, ну подожди! Эй, Шан, скажи что-нибудь, не молчи! Ты же знаешь, что он сделает сейчас! Он сейчас пойдет и расскажет Омеру. Ты сказала ему. Ты все спланировала. Ты специально все подстроила, чтобы у меня не осталось выбора. У тебя и так нет выбора. Иди, догони его. Иди сама поговори с ним. Он не соглашается. Думаешь, я не знаю Али? Он не продаст Омера. Думаешь? Ни за что на свете. Тогда почему он не уходит? Чего он ждет? Молодец, Джингис. Остальное я улажу сама.